Спасибо за теплое приветствие. Добрый день, просьба присаживаться. Не часто у нас бывают мероприятия, когда мест в зале не хватает. И вот сегодня я смотрю, приставные стульчики, и кто-то до сих пор стоит. Вы знаете, хочется по завершению календарного года, во-первых, всех поприветствовать, сказать большое спасибо вам за огромную, важнейшую работу. Очень рад вас видеть. Здравствуйте. Сегодня в рамках реализации федеральной программы, федеральный Минстрой и персонально Андрей Владимирович Чибис, который в стране у нас возглавляет направление в части повышения культуры, наверное, так можно сказать, жилищно-коммунального хозяйства, проделали огромную работу. И эта работа была бы недостаточно эффективной, если бы не было надежной опоры, не было бы начала формирования взаимопонимания с управляющими домов. Мы все хорошо знаем, что в системе ЖКХ существует огромное количество проблем. И мы с вами замахнулись на то, чтобы эти проблемы решить. Так часто бывает, что в любом деле есть скептики. И нам говорили: слушайте, что вы время тратите, проводите семинары, круглые столы, обсуждаете проблемы. Невозможно в ЖКХ навести порядок. Но благодаря вашему участию, глав муниципальных образований, при федеральной поддержке, Государственная Дума здесь присутствует, Алена Леонидовна, мы ситуацию меняем. И я уверен, что если институты дальше будут работать, такие как управляющие домов, такие как управляющие компании и муниципальная региональная власть, мы эти изменения будем чувствовать регулярно. Поэтому я лишь хочу подчеркнуть важность нашего с вами партнерства, важность нашей с вами работы. Мне повезло в той части, что я имею возможность часто общаться с активными людьми, которые являются управдомами. И все время удивляюсь этому энтузиазму, этому неравнодушию и этой энергии, которую несет в себе тот, кто отвечает за то, что происходит во дворе или в доме. Наша стратегическая задача каждый год такое сотрудничество, такое партнерство наращивать. У нас выделен специальный заместитель Пестов Дмитрий Владимирович на это направление и Храмушин Евгений Акимович, который вместе с Государственной жилищной инспекцией Вадимом Викторовичем Соковым занимаются вот изменением культуры, взаимоотношений между управляющими компаниями, муниципальной властью и тому, что происходит в подъезде и во дворе. Я не сомневаюсь, что наша совместная работа будет и дальше давать позитивные, положительные результаты. У нас в этом зале была однажды встреча с управляющими компаниями. Она длилась, если не 3 часа, то почти 3. И, соответственно, я вот выступал с этого места, и в конце встречи меня чуть не побили здесь. Управляющие компании. Почему? Потому что не было, они вообще не понимали, ради кого они работают. Не было вот этого партнерства элементарного. Не было культуры взаимоотношений. Сегодня ситуация меняется. И я считаю, что она меняется благодаря активному диалогу, который мы ведем. Я благодарен также Юлии Александровне Белиховой, которая все форумы также персонально вела. И я думаю, что в 2016 году мы такую практику будем продолжать. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов, порядка в ЖКХ. Мы на 2016 год готовим большую программу благоустройства дворов, капитального ремонта. Сегодня здесь об этом будет говориться. И персональные слова благодарности Министерству строительства и ЖКХ, которое всю эту работу в разных территориях Российской Федерации персонально ведет и обеспечивает вот это вот
это взаимодействие. Всем хорошего настроения, хорошей работы. Спасибо.